Укрепить статус материнства, здоровье молодых мам и побороть женский алкоголизм. Такие задачи ставят перед собой на ближайшую перспективу нерюнгринские общественники. Подробности в следующем сюжете. Встреча с председателем общественного движения «Матери России» по республике Прасковьей Борисовой прошла в формате круглого стола, где представители общественных организаций озвучили наиболее проблемные и актуальные вопросы. Такой самой главной и большой проблемой, когда мы посещаем ЛОСы, женщины ставят, это алкоголизм женщин. По сравнению с 2015 годом алкоголизм женщин повысился на 25%. Это очень такая печальная статистика. И это говорит о том, что мы на уровне государственных органов и общественных формирований должны принимать какие-то меры. Финансирование деятельности общественников – это еще одна наиболее важная проблема. Получить поддержку могут лишь организации, которые становятся в реестр поставщиков социальных услуг. В республике такая работа ведется с 2014 года. Но, к сожалению, не все пока могут это сделать. Очень жалко, что в Нерюнгринском районе очень много хороших общественников, душевных людей, которые делают добрые дела, но тем не менее не зарегистрированы еще юридически. А только вот после юридической регистрации можно подать на какие-то конкурсы, гранты. В течение дня также состоялась встреча с районным отделением общественной организации «Матери России». 2017 год намечены очень большие планы. Во-первых, поднять приоритеты матери труженицы, матери семьи. Укрепление статуса материнства, а также здоровое поколение матерей сегодня является одними из главных задач этого движения. Благодаря деятельности одной из крупнейших общественных организаций «Матери России» решаются наиболее проблемные вопросы, принимаются законопроекты, реализуются социальные проекты. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.